Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, мы продолжаем играть в Конго. Значит, сделал небольшое отступление, значит, в общем, хотел для вас опять записать видео, ну, по Jurassic World The Game, дальше продолжать снимать кайнезойских, но, в общем, что-то с Блюстаксом случилось, он полетел. Ну, в общем, вообще не запускался, я попробовал переустановить, но удалил, в общем, и при переустановке мне каждый раз пишет, что вы не можете это сделать, так как игра уже, программа уже установлена на ваш компьютер. В общем, если кто знает, что сделать, будьте добры, отпишите в комментариях, и также просьба, я знаю, что Конго смотрит немного человек, но те, кто посмотрит это видео, просьба на комментарии под различными видео моими, когда будут спрашивать про Jurassic World The Game, будьте добры, объясните людям, вот, что у меня не получится. Я по возможности буду сам это делать, но просто кто знает, может очень много народу будет спрашивать, и ваша помощь мне бы не помешала. Все-таки не все в группу вступают, чтобы там новости озвучивать. За это вам буду благодарен. А теперь давайте продолжим. Так, я Конгом всех раскрушил. Давай, давай, сюда иди. Help me! Все, получил, еще есть кто желающий. Кстати, сегодня прямо вот когда в этот день, когда записывал видео, сходил на Конго в кинотеатр. Фильм классный, конечно, но вот... Конг Питера Джексона все-таки мне понравился как-то больше. Я не понял. Все понял. Так, сейчас Н проложит нам дорогу. Сколько вас тут, а? Наверное, все, да? Всех поубивал. Так, она пытается от нас убежать. Ах вы твари! Ну чё, все трупы, не? Да, по-моему, всех я перебил. Так, он в стену улетел куда-то, и чё теперь? Утонул, наверное. Меня напрягает то, что вот он так Н держит, она же утонет.
Так, здоровяк, давай взбирайся. Отлично. Да пошли нафиг. Так, я что-то не понял. Я N отпустил, а... Мне дверь надо сломать, да? Теперь я догнал. Так. Да куда? Вот туда иди, дура. Опа. Винотозаврики. Просто искромсал его, там все кости переломал. Да пошел ты. Сколько вас тут развелось? Все хотят Конга на вкус попробовать, да? От хрен вам. Что-то хреново горит Энн, я бы сказал. Ты бы там развела побольше костер, что ли, я не знаю. Опа! Вот это проблемы. Все втроем на меня залезли, а? Что за групповуха? Ох ты, козел! Ты где тут прятался? Я не понял. Эй, что происходит? Что с камерой? Что с камерой? Давай, ломай ему челюсть. Извините, камера сломалась. Ну? Убирай эту хрень. Нет, убери от нее свои руки.
Офигеть, Хейс, ты вообще дикий какой-то. Ну, в общем, вот как-то так, ребята. На этом видео я закончу. Не забудьте. Всем всего хорошего, до скорых встреч и увидимся в следующем видео. Всем пока.